Ну что, к делу, друзья. Давайте быстренько пробежимся, все-таки куда мы попали. Да? Я работаю исключительно с той информацией, с той презентацией, благодаря которой появились долларовые миллионеры в Oriflame. Все долларовые миллионеры в Oriflame работают одинаково по этой презентации. Но рисуют обычно на листике, кружочки на теплом рынке. И не потому, что интернет появился не так давно, там 5-10 лет назад. Даже сейчас в Европе, в Америке, да, когда новичок приходит в сетевой бизнес, первая рекомендация лист бумаги, напиши туда друзей, знакомых, родственников, коллег и начни приглашать их. Презентации можно встречи проводить по вебинару или скайпу, можно проводить в кафе, дома или в офисе. Но, конечно, мы понимаем наше влияние на людей, чтобы они нас услышали и поняли. Лучше глаза в живую. Это как концерт. Посмотреть его в YouTube или посмотреть его вживую, в зале. Вот она, звезда, артист, энергетика. Ну, усваивается больше, восхищение больше, да? Но появляются регионы, появляются другие страны, десятки тысяч километров. И, конечно, интернет нам в помощь. А сегодня мы запустили проект «Территория роста». И в этом проекте умудряемся приглашать, обучать, мотивировать людей исключительно через интернет. А встречаемся мы с ними на наших выездных семинарах в Анапе, в Москве, на банкетах и заграничных конференциях. То есть, ребят, понятно, да, что рано или поздно мы все равно встречаемся глаза в глаза. Именно так люди заряжаются, так формируется команда. И мы ни в коем случае не хотим интернетом заменить простое человеческое общение. Нет. Просто он нам помогает эффективно работать на расстоянии и одновременно коммуницировать, передавать информацию десяткам, сотням, тысячам людей. Кто меня понял, ставьте плюсы в чате. Более того, последние 2 года мы смотрим, есть новые менеджеры, их в 4 раза больше, чем раньше. Сейчас очень быстро растут новые люди. И знаете, половина из них работает в интернете, а половина с друзьями, знакомыми, родственниками. Когда мы стали смотреть на команду директоров золотых, сапфировых, блин, то же самое, да? Кто-то в интернете вырос, а кто-то с друзьями, знакомыми, родственниками. За последние 2 года мы стали смотреть бриллиантовую команду, то же самое. Новые бриллиантовые, дважды бриллиантовые, исполнительные директора. Кто-то из них вырос в интернете, а кто-то работает с друзьями, знакомыми, родственниками. В любом случае, как бы я ни приглашал нового человека, 5 вопросов. В чем смысл бизнеса, что надо делать, откуда деньги берутся, да? Стоит ли овчинка выделки и кто вам обязан помогать и чем. Первое, с чего я начинаю разговор, задаю вопросы. Хотели бы вы иметь дополнительный основной доход? Сколько времени вы готовы уделять? Есть ли что-то, что вы в жизни еще не успели сделать, какие-то цели, мечты у вас, у вашей семьи? Хотели бы вы всегда отлично выглядеть и быть здоровым? Хотите ли вы больше время проводить с семьей, любимыми людьми, с друзьями? Хотели бы вы больше путешествовать по миру? И знаете, обычно люди говорят «да, да, да». Я говорю, разрешите, тогда я расскажу, как люди с Oriflame всего этого достигают, а вы послушайте, может быть, вам тоже будет интересно. Часто говорят, почему Oriflame, если он такой хороший, не продается в магазинах? Раньше продавался, в 90-е годы в России, например. Но продажи в магазинах, мы говорим сейчас и Ашан, и Магнит, и Икеа, они с каждым годом потихоньку падают. Темно-синий столбик. А вот светло-синий столбик – это рост товарооборота у компаний сетевого маркетинга и прямых продаж, ну, таких как Oriflame. Причем за прошлый год рост, ой, не рост, а товарооборот компаний сетевого маркетинга составил 178 миллиардов долларов. Это все компании в мире за прошлый год. Среди них Oriflame сделал, ну, если в долларах, да, видите, мы берем не в евро, 2 миллиарда долларов. Но мы входим в десятку самых крупных компаний сетевого маркетинга, и среди них мы самые растущие. А в России СНГ давным-давно мы номер один по товарообороту и росту. Поэтому уверенно могу сказать, что лучшая компания не только в России, в СНГ, а в мире компания Oriflame. Ну, давайте еще немножко фактов. Часто говорят, ой, у вас пирамида какая-то. Ну, может быть. Я знаю 3 вида пирамид. Плохие финансовые, запрещены законом. Те, кто в них участвует и организует, сажают в тюрьму.
Там смысл какой? Кто первый начал, тому и деньги. Да, взамен на обещание золотых гор люди приносят деньги. Эти деньги делятся между теми, кто начал. Получается, вот эти низы работают на верхушку. Более 3 лет ни одна финансовая пирамида не живет. Они вуалируют себя под инвестиционные проекты, под игры какие-то. Иногда даже они говорят, мы как Oriflame, сетевой маркетинг, вот у нас даже есть одна баночка. Но обычно это один продукт разных цветов или разного вкуса. В общем, будьте внимательны, да, сейчас очень много во времена кризиса финансовых пирамид. Их легко раскусить. Они всегда говорят, Надя, Марина, Елена, Оля, Настенька, ты будешь первая, зарабатывать будешь много, ничего делать не надо. Вот прям это слышно. Первое, заработаешь быстро, много, ничего делать не надо. И неграмотные люди в тех компаниях, пытаясь вернуть вложенные деньги, извращаются как могут. Например, говорят, что там твой Oriflame, он уже давно, ничего там не заработаешь. Извините. Когда выбираешь компанию сетевого маркетинга, это наоборот сильная сторона, что давно. Но подождите. Итак, первые финансовые пирамиды, в них нельзя, это обман. Второе, это пирамиды административные. Глава администрации, его замы и так далее. Начальник милиции, начальники отделов, там, понятно, да, идея? Директор школы, заучи, учителя, пирамида. Причем, если мы возьмем ГАИ, то те, кто стоят на трассе, ну, явно никогда не зарабатывают больше, чем начальник ГИБДД, правда? Я думаю, идея понятна. Тем не менее, эти пирамиды законные, административные. Люди в них делают карьеру, что-то там зарабатывают или воруют, я не знаю. Третий вид пирамид – торговые. И здесь как раз Oriflame. Кроме Oriflame, торговые пирамиды Лукойл, Эльдорадо, Макдональдс, Мерседес. Да? Вы понимаете, что каждый из нас может развивать свою сеть, свою пирамиду, если хотите, не только с Oriflame, а, например, с заправками Лукойл. Очень хороший бизнес, но дорого. Можно с ресторанами Макдональдс. Тоже прекрасный бизнес, но дорого. Там только чтобы начать. Надо вложить более $1 миллиона, понимаете? В Oriflame сегодня каждый человек может вообще начать с нуля, без всяких вложений денег. Но потребуется ваше время, ваши мозги. Не случайно говорят, сетевой бизнес – это интеллектуальный бизнес. Не случайно мы делаем так много вебинаров, семинаров и постоянное ежедневное чтение книг. Кто со мной согласен, что уровень дохода редко превышает уровень развития личности? Ставьте плюсы. Итак, компаний много, да, компаний много, но жизнь у вас одна. И когда вы выбираете компанию, с которой работать, вот почему мы выбираем Oriflame с вами, давайте думать, хотя бы 3 пункта. Надежность компании, комфортность продукции и маркетинг. Надежность компании. Почти 50 лет в мире, 20 лет в России. Это дорогого стоит, согласитесь? Второе. Продукция. Разумные цены, не дешевка. Но мы сегодня качество делаем часто лучше, чем многие конкуренты. Шанель, Диор, Ланком. Да? Наши крема, наши ароматы занимают первые места, а не они. Но при этом цены наши в несколько раз доступнее. Итак, друзья, мы выбрали надежную компанию, проверенную временем. Комфортную продукцию по доступным ценам. Напишите плюсы. Ассортимент важен или нет? 1000 наименований. На этом слайде посмотрите. Через компании сетевого маркетинга что только не продвигают. И продукты питания, может слышали недавно, там едошка была, да? И финансовые услуги, адвокат, например. И бытовая химия, Amway, да? И вот что только нет, ребят. Но самый выгодный, самый легкий продукт в сетевом бизнесе – это косметика и wellness, здоровое питание. Именно поэтому Oriflame 2 каталога – косметика и wellness. Сейчас я хочу включить вам один видеоролик. Этот видеоролик, который мне очень нравится, для вас, для многих, он будет впервые. Это первый результат мира Oriflame, семья Полежаевых. Внимательно послушайте то, о чем они говорят. Вы сможете эти слова, фразы, аргументы использовать уже сегодня-завтра, приглашая новых людей и обучая свои команды. Внимание на экран, а я к вам вернусь.
выводы, посмотрев этот ролик, какие мысли, чему научились. А я продолжу. Что мы предлагаем людям? По большому счету, три возможности. Отлично выглядеть, зарабатывать деньги и получать удовольствие. Отлично выглядеть нашими продуктами и быть здоровыми. Ну, кстати, жена очень любит серию «Экологен», один из продуктов. Набор «Экологен» из 6 баночек приходит с большой скидкой. И Галина, покупая эту продукцию, уже знала, что ночной крем «Экологен» – это самый лучший сегодня антивозрастной, но разглаживающий морщинки крем в мире. Через 3 месяца применения на 33% разглаживает морщинки. Пока лучше в мире не создал никто. И мои слова подтверждены клиническими исследованиями Oriflame, но есть еще и независимые конкурсы, да, как, например, в прошлом году мы получили первое место, товар года, как самый лучший ночной крем. Ну, вот доказательства. Что касается здоровья, я очень люблю коктейли Wellness. И каждый день я 1-2 раза выпиваю коктейль. Но знаете, когда у меня была цель сбросить лишний вес, я убрал 10 килограмм с 54 на 48 размер одежды за несколько месяцев. Я пил его 2-3 раза в день за 30 минут до еды, а бывало вместо завтрака или обеда или ужина. Кстати, напишите, у кого из вас есть результаты, может быть, по весу, ну вообще по здоровью, после приема коктейля Oriflame, в них белки, жиры, углеводы. Это надо нам для полноценного строения клеточек. Но, конечно, есть еще и витаминный комплекс. Здесь вот такие пакетики. Есть для мужчин, отдельно для вас, женщин. Здесь внутри, в каждом пакете, 4 витаминки. Ну, это витаминно-минеральный комплекс, там А, Б, С, ПП, из фруктов и овощей, из натурального сырья. Желтенькие – это, по сути, рыбий жир, омега-3. А вот это натуральная водоросль астаксантин, в 100 раз сильнее витамина С. Это хорошо поднимает иммунитет. Вот я вижу, Геннадий пишет, что минус 7 килограмм, вернул нормальный вес. Угу. Али Анжела пишет, что пьют витамины. Хорошо. Но мне важны результаты. Не то, что вы их пьете, а какие результаты от коктейля витаминов у вас. Мы уже с вами говорили, да, про то, что компания проверена временем. Продукты максимально натуральные в составе. Масла, соки, витамины, вытяжки. Свои заводы, свои лаборатории. Я был на заводе в Швеции, на родине Oriflame. Но уже 70 стран, поэтому разные заводы в разных странах. Я был и на заводе в России. Вот Зульфия пишет, минус 19 килограмм за 2 года после рождения 3-го ребенка. Умничка. Ну и третий момент, мы говорили про маркетинг, да, что с таким великолепным продуктом, с такой великолепной компанией надо зарабатывать. Как сказал генеральный директор Ассоциации прямых продаж, больше, чем Oriflame сегодня не платит ни одна другая сетевая компания. У нас есть, в принципе, два варианта. Первый – это с каталогом в руках, да, собирая заказы. И сегодня я был на вебинаре, который проводила старший менеджер Марина Сибенкова. Вы знаете, очень интересно и понятно было, как легко делать личные заказы на сотни, а может быть даже на тысячи баллов. Например, один из моих лидеров, Татьяна, в нашем маленьком Кропоткине несколько лет назад, перейдя в Oriflame, каждый месяц зарабатывала 50-60 тысяч рублей, просто гуляя с детьми, показывала каталоги, потом забирала их, кто-то говорил надо, кто-то не надо. А дальше ей надо было, гуляя с детьми, приносить пакеты с заказами. Так вот, 50-60 тысяч рублей ежемесячно, пару часов в день, показывая каталоги, собирая заказы. По-моему, неплохо. Но это вот для Беларуси, да, это $1000. $1000 в месяц она уделяла 2 часа на продаже. Но она это делала очень правильно и грамотно, вы знаете. Она клиентов брала на карандаш. Записывала имена, телефоны, дни рождения, какие-то важные даты, кто когда что купил. И она даже примерно знает, когда у кого что закончится. Знаете, у нее был повод даже несколько раз в месяц обращаться к одному и тому же человеку. То каталог новый, то каталог пример клуба у нас начинает работать, то впереди у мужа клиентки день рождения или у дочери, а у нас наборы со скидками. Она это делала профессионально.
Но я немножко ругался и говорил: Татьяна, смысл сетевого бизнеса – создать организацию. Смысл бизнеса Oriflame – создание команды. Ребята, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Как создать команду? Приглашая. Сегодня мы умеем приглашать друзей, знакомых, родственников. Сегодня мы умеем приглашать в интернете новых, по сути, чужих поначалу людей, а потом уже общаемся, сдруживаемся. Вырастают новые менеджеры, директора. Знаете, в моей команде каждый каталог появляется то там, то здесь новые менеджеры. Только что мы поздравляли новых менеджеров 12-15% в Армавире, 12-й каталог. В 11-м каталоге новый менеджер не какой-нибудь, а 15% в Астрахани. И так все время. То Майкоп, то Краснодар, то Томск, то Москва, то Минск. Вот все время. Это на вопрос, растут ли люди сейчас в Oriflame. Я молчу про себя. 14 лет мы в бизнесе. То есть, знаете, как растут и те, кто 14 лет. Этой весной мы открыли новое звание в Oriflame, старший бриллиантовый директор. Но и растут те, кто приходит сейчас с нуля, что, на мой взгляд, намного важнее. Ну ладно, как создать команду? Когда мы с Галиной были в Индии, я вспомнил эту притчу про шахматы. Правитель страны, восхищенный игрой, приказал найти мужика, который игру придумал. Приводит во дворец обычный индус, крестьянин. Он говорит: озолочу тебя. А индус отвечает: да мне золото не надо. Дайте мне, пожалуйста, зерно, семью кормить. Ну ладно, сколько тебе? Он говорит: знаете, вот на одну клеточку шахматного поля положите одно зернышко, на следующую клеточку в два раза больше, на следующую в два раза больше. Ребят, одно зерно, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Они не дошли до конца доски, уже такого огромного количества зерна не было на всем белом свете. Вот кто не верит, поиграйте, посчитайте на доске. Также растет команда в Oriflame. Нам надо только научиться правильно приглашать и обучать других правильно приглашать и обучать других правильно приглашать. На три поколения научить тому, что умеете делать сами. Поставьте плюсы. А кто хотел бы научиться этому бизнесу и зарабатывать в Oriflame тысячи долларов, десятки, сотни тысяч долларов каждый месяц? Но для того, чтобы решить проблемы, если их нет, то осуществить мечты. Знаете как, но не для себя, так для детей. Правда? Ага, есть. Я вам сейчас напишу одну книгу. Вы только никому не говорите, хорошо? Вот вы сейчас видели Владимира и Тамилу Полежаевых. Это люди, которые сделали самый большой результат в Oriflame в мире. Хотя наши россияне не первые в России подписались. Я видел тех, кто раньше них. Они их обогнали. Не первые в мире, обогнали всех. Понятно? Так вот. Тамила и Владимир Полежаев более 70 раз прочитали книгу «10 уроков на салфетках». Друзья, вот вы должны понимать, где учиться и чему. Я знаю людей, которые платили десятки тысяч рублей, чтобы пройти курсы каких-то психологов великих, каких-то там бизнес-тренеров, каких-то тренеров, кто научит их волшебным образом работать в интернет или еще где-то. Но после того, как они проходили эти интереснейшие курсы, они так много узнавали. В их жизни и в их бизнесе, к сожалению, ничего не изменилось. А у некоторых стало хуже. А знаете все почему? Большое значение имеет, кто учит. Так вот, когда вы будете выбирать, у кого учиться, услышьте меня. Учитесь у практиков, у тех людей, кто сегодня растет в Oriflame. Скорее всего, это ваши вышестоящие спонсоры, наставники, ну в том числе и Галина и Сергей Гоглоев. Да? И, конечно, это вебинары и семинары компании Oriflame. Будьте внимательны. Слишком много сейчас людей, мошенников, таких хитрецов, которые готовы красиво рассказать, так что у вас глаза будут блестеть, но при этом ничего не изменится. Будьте бдительны. Потому что огромная армия людей готовы заработать на лидерах Oriflame, которые готовы учиться, готовы вкладывать время и деньги. Учитесь на семинарах, вебинарах компании Oriflame и ваших спонсоров в Oriflame. А здесь я написал волшебную книгу «10 уроков на салфетках». Полежаев ее прочитали более 70 раз.
А сколько раз прочитали вы эту книгу, напишите. Ну, я боюсь соврать, но знаю, что примерно 10 раз за эти годы. Знаете, можно позвать двоих, троих, пятерых, но есть некая проблема. Если у вас в команде 1-2 лидера, да, ну, во-первых, это отразится на вашем доходе, он будет не такой большой, как у тех, кто ведет 5-6 лидеров. А второе – это зависимость, понимаете? Никогда в жизни ваши лидеры не должны чувствовать, что вы от них зависите. Что вот он сейчас не сделает свой результат, у тебя квалификация пострадает. Всегда надо работать с запасом. Здесь надо понимать, 100 человек – много. 5-6 человек – это оптимальная команда. И сейчас я включу вам один видеоролик. Посмотрите его. Поставьте плюсы, кто меня слышит и видит, потому что резко около 10 человек выкинуло из комнаты. Кто меня слышит и видит, ставьте плюсы. Угу. Ну, то есть все хорошо у нас. Ладно. Итак, я поставлю вам еще один видеоролик, который тоже посвящен семье Полежаевых. Внимательно послушайте Тамилу. Внимательно, да? Она говорит четко, как вам, хотя нет, давайте еще немножко я и потом Тамила. Как вам создать свою команду? Ведь если вы научите 5-6 человек повторить вас, чтобы они позвали 5-6, повторить вам. Спасибо моим наставникам. Это Мария и Андрей Проценко, сапфировые директора Арифлейм. Это Ольга и Дмитрий Рубан, дважды бриллиантовые директора Арифлейм. Те люди, которые с первых вот даже минут разговора со мной, а я был очень негативный, против Арифлейма был, они со мной говорили о будущем, о целях, о мечтах, зачем я получаю образование, где я хочу работать, сколько я хочу зарабатывать, как я хочу жить. Я на большинство вопросов даже не знал ответ. Наконец-то, первый раз в жизни я начал мечтать. Я начал думать, как я буду жить потом, в будущем. И они мне показали, как с Oriflame я могу осуществить свои мечты и решить проблемы. С первых минут, с первых часов в Oriflame я знал, мне надо не просто подписывать, кого попало, не просто лишь бы заказы сделали или 100 баллов. Я знал, мне надо 2 директора, 4, 6 директорских групп, 6 лидеров, которые станут потом тоже золотыми, сапфирами, бриллиантовыми. 6 лидеров, которые будут директора и выше. С каждым человеком я уже говорил по-другому. Это другие интонации, другие примеры. Это мозг работал в несколько раз быстрее мой, потому что часто у меня было 30-60 минут, чтобы найти слова, найти примеры, нарисовать кружочки и изменить мышление человека. Надо было задать правильные вопросы, после которых он уже не мог оставаться тем же. Были люди, кто ушел и сказал «нет», но они через годы пришли ко мне в Oriflame и говорили: «Сережа, все благодаря той первой встрече». Мы тогда отказали, но мы начали думать, мы задумались после твоих вопросов, а как потом, а что делать дальше на наших работах, и пришли в Oriflame. Ребят, конечно, еще раз повторюсь, многие спрашивают, а как легко работать в интернете? Мы выбираем сейчас тот метод, который может любой. Моя мама пенсионерка, умеет сидеть в Одноклассниках. Все, она уже может преуспеть, стать менеджером и директором в Oriflame, если захочет. Что надо сделать моей маме и вам? Создать рабочие странички. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Instagram. Да? Не надо свои, новые создайте, рабочие. Эти страницы должны быть правильно оформлены. Конечно, без политики, без секса, там, не знаю, пошлости. На этих страницах должны быть ваши живые, настоящие фотографии. Я рекомендую вам выкладывать все. Это встреча в офисе, но постарайтесь без логотипов Oriflame. Это семинар, сидят люди с интересными лицами, смотрят, но без логотипа Oriflame. То есть, у вас будет такая страница, где видно вашу жизнь. И семью, и бизнес, но непонятно, чем вы занимаетесь таким интересным. Второе. Начинайте заходить к людям. Как это делаю я? Слушайте, а здесь, Марина, а здесь есть демонстрация экрана, нет? Вот бы вам сейчас показать экран. Марин, не знаешь, демонстрация экрана есть в этой комнате? О!
А ну-ка, смотрите. У меня же, знаете, MacBook, он паразит не показывает. В общем, если сейчас вы увидите мой экран, напишите об этом, но я уже пробовал. А пока иду дальше. Итак, я начинаю писать, знаете, как захожу к людям, ставлю оценки на их фотографии, лайки, и прям тут же им пишу, добавляюсь в друзья. Я не знаю, кто это, но я посмотрел на фотографии, чтобы люди, ну, нормальные были, да, взрослых стараюсь приглашать. И пишу там, здравствуйте, спасибо, что добавили в друзья. Они меня не добавили. Увидел, человек в Москве живет. И пишу, вы правда живете в Москве? Ну, понятно, да, о чем я говорю? Половина из них вообще не отвечает. Кто-то тут же добавит в черный список, испугается вас. Ну, а некоторые начинают отвечать. Да, а что вы хотели? А почему вы спрашиваете? А вы кто? Марин, что делать новичку? Да я думаю, можно вставить интересные фотографии из жизни. Кто-то в этом году выезжал на море, кто-то выходил в лес, да? Ну, хотя бы первые там 5-10 фотографий можно же поставить, показать, что вы живой человек, не робот, да, что эта страничка ваша. Понятно, о чем я говорю? Так, кто понял, какую рабочую страницу должен иметь лидер Oriflame для работы в интернете? Ставим плюсы. Кто не понял, минусы. Тогда еще поговорим. Итак, второй шаг. Я захожу к людям, начинаю с ними переписку. Ни с того, ни с сего. Они мне отвечают в ответ. Здесь очень коротко, несколько фраз, и я пишу, что, возможно, в их окружении есть серьезные активные люди, которых интересует работа менеджера по продвижению интернет-магазина. Возможен полный или частичная занятость, да? Основной или дополнительный доход, оплата сдельная. И человек пишет, да мне самому интересно, а что конкретно, а что за фирма, а можно посмотреть ваш сайт? Я говорю, да, да, конечно, только сначала давайте пройдем скайп-собеседование. Третье, конечно, обновляйте страничку, фотографии, интересные статьи. Меня спрашивают, Сережа, а твои странички это рабочие? Нет, те, что вы видели в соцсетях, это мои обычные, как сказать, ну древние домашние страницы. С них работать плохо, не надо. А то вас заблокируют и потеряете всех, кто там есть, друзей и родственников. Итак, у вас тоже будут люди к вам заходить, ставить оценки, лайки. Вы этих людей не упускаете, с ними тут же начинаете переписку. Ту же самую. И, конечно, связываемся со всеми. Каждый день у вас должно быть более 10 новых, ну можно я так назову, переписок. Вот более 10 новых приглашений. Поверьте, из них лишь несколько людей выйдут к вам на скайп-собеседование. Кому интересно, как провести скайп-собеседование, напишите мне, я вышлю вам инструкцию. Это, знаете, сокращенная презентация, вот скайп-собеседование. Вот моя электронная почта, видите, orinfo@mail.ru. Кому интересно, напишите мне на почту, я в ответ вышлю письмо с инструкцией. Итак, самое лучшее проводить скайп-собеседование. Но, конечно, первый раз волнуешься, переживаешь, что сказать, как сказать. Да не волнуйтесь, надо начать первые разы говорить, зато на 10-й, на 100-й у вас будут 100% уже регистрации после скайп-собеседования. Ну, чуть хуже заводить на наши вебинары, которые каждый день то в 13, то в 20 часов по Москве. Мы там проводим презентации, но, знаете, человек там сидит, ну, как не в своей тарелке, да, были регистрации, но это похуже работает, меньше их. Самый плохой вариант, человек говорит, а что делать надо, а вы ему сайт у нас, ой, даете ссылку на сайт или блог, типа, вот, смотри и учись, а я тебя боюсь. Тоже были регистрации, есть, но еще меньше. Ну и самое плохое, это просто текстом. Да, Марин, все правильно говоришь, прошли скайп-собеседование, потом на вебинар, дать ссылку на сайт, ссылки на видео, это все следующие шаги уже, понятно? Кто нас с Мариной понял, ставим плюсы. Как вы заметили, на этом пути мы вас поддержим, у нас есть обучение от компании Oriflame, у нас есть обучение от команды Сергея и Галины Гаглоевых, это супер успешные лидеры в директорской команде. Например, здесь видно Марину Себенкову. Да, здесь мы видим уже команду Джинет, да, вот я вижу Анжела Магомедова, Зульфия Магомедова, Али Анжела Магомедова, как-то вот вы то заходите, то выходите все.
Геннадий Бугай и Елена Глазунова у нас, да, очень успешные люди. Опять же нет, я только вот не пойму, это одна и та же или разная у меня Джанет Джамалдинова или еще какая-то. Понятно, да? То есть по всем вопросам обращайтесь к вышестоящим директорам, а мы поможем и подскажем. И как мы говорили, сейчас все наши директора для того, чтобы лучше шла работа в интернет Зуля Магомедова, объединились в проект «Территория роста». Там речь идет только о работе в интернете. Дальше. Что касается нашей карьерной лесенки. Все мы начинаем с нуля. Но создав небольшую команду, вы выходите на уровень менеджера. Продолжая развивать свой бизнес, вы очень скоро станете директором. Ну, знаете, директор – это тот, у кого несколько менеджеров. Здесь уже премия в 1000 долларов, шикарный банкет в Москве, 2 билета, программа «Автомобиль», и у меня уже многие лидеры ездят на «Шкоде Рапид» от Oriflame. Но что интересно, жизнь начинается все-таки с уровня «Золотой директор» и выше. В этом году у нас Жанет Джамалдинова, закрыв 2 звания, стала золотым директором, премии получила 3 500 долларов. Недельное путешествие уже за границу. Каждый год новые курорты. Мы сейчас вернулись с Испании. До этого что у нас было? И Франция, и Италия, да, и Канары, и Рим, и Мальта. В общем, не знаю, около 30 стран мы с женой объездили. Научив 6 человек, вы становитесь бриллиантовым директором. Здесь автомобиль Volvo, 6 000 долларов, и уже 2 раза в год по неделе путешествие за границу. Но сейчас тем, кто из вас начал, очень хорошее предложение. Oriflame говорит, выйди на уровень менеджера 15% этой осенью, зимой. Вот у вас еще есть время, да, там ноябрь, чтобы открыть этот уровень. Подтверди, выполни условия. И тогда 4 дня. Кстати, у нас же есть видео, да? 4 дня, перелеты, проживание, питание. Все тебе оплатит Oriflame. Кстати, такая конференция сейчас впервые уже проходит в Египте. И около 800 человек из России выполнили условия. Следующая будет в Турции, в Анталии. Ребят, но если около 800 человек смогли на Египет, условия те же самые. Ну, скажите, а сколько ж поедет теперь в Турцию, в Анталию? Посмотрите этот коротенький ролик, а я к вам вернусь. Да, какие красивые курорты нас ждут. Для этого надо просто хорошо, качественно работать. Когда мне говорят, а как быстро я заработаю? Но вопрос, а сколько время ты готов уделять, как быстро работать? В моей команде есть люди, которые открывали уровень директора в первый же каталог. Первый же каталог, представляете, это в месяц доход уже от 50 тысяч рублей. Есть люди, кто это делал год, два, три, да я сам только через год вышел на директора. Вырастил несколько менеджеров, уже команда была больше 100 человек. Понятно? В прошлом году мои тесть, теща Валентина и Александр Липатовы тоже сделали звание золотого директора. Кстати, они также закрыли 2 звания, получив 3 500 долларов. Неделю в прошлом году, неделю в этом году отдыхали за границей. Но вам кто мешает? Ведь
это все на самом деле придумано для вас. Oriflame честно говорит, ребята, если вы станете выгодны, вас на руках будем носить по всему миру. И премии давать, и за границей, все для вас, и на банкетах поздравлять. Ну, а мы уже подходим с вами к концу. Здесь мы знаем, да, что первые ступени – это первые 1000 рублей, но совсем скоро это уже ежемесячно десятки, сотни тысяч рублей. И каждый из вас наверняка уже для себя поставил цель. Кто-то решил, вот минималка у нас золотой директор, меньше нельзя. Вот решите, вы будете, пока ваша цель за год сделать золотого директора или выше. Что я знаю, здесь есть люди, кто хочет за год сделать бриллиантового директора. И очень похвально. Напишите, какая ваша цель на ближайший год, 15-16, что вы хотите сделать? А я, как и обещал, включаю вам видеоролик Тамилы Полежаевой, после которого вернусь к вам еще на несколько минут.
у вас мысли, может быть, чувства, эмоции после этого видеоролика, чему вы научились в нем. Семейный бизнес. Не переживайте. В Oriflame есть женщины, которые стали успешны. Есть мужчины по одному, которые стали успешны, вошли в топ-15 мира. А есть семейные пары. Ну, конечно, хорошо, когда двое смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Мне здесь повезло, хотя первые 3 месяца Галина была против Oriflame, но потом присоединилась. И на сегодня мы на одном номере, у нас семейный бизнес. Да? Мы больше нигде не работаем, нигде не зарабатываем, только в Oriflame. Но недавно, знаете, как мои старые знакомые еще со школы, новички, они только сейчас подписались несколько дней назад. Елена и Ирина спросили меня: Сережа, а вот скажи, ну это правда, это, наверное, не культурно, но скажи, пожалуйста, а вот вы в Oriflame больше 100 тысяч рублей в месяц зарабатываете? Я говорю, ну, давно уже больше 100 тысяч рублей зарабатываем. Вот блин, ну как это, ну-ка. При этом человек, который, ну, сейчас находится в декрете со вторым ребенком, на работе получал 50 тысяч рублей, да? Но вот для нее 100 тысяч рублей – это уже очень хорошая, большая сумма денег. Это было видно по реакции. Это золотой директор Oriflame и выше. Так, отвлекся. В общем, про семейный бизнес. Куда девать деньги, которые вы будете зарабатывать? Ну, так же, как мы с Галиной. Вкладываете в коммерческую, так же, как Зульфия Магомедова и многие наши лидеры. У нас у многих есть свои офисы Oriflame, в собственности помещения, не в аренде. Может быть, вам будет интересно жилая недвижимость для себя. Или, как мой новичок Елена сказала, у меня 2 детей, моя цель, чтобы у каждого ребенка была квартира. Может быть это. Хотя, на ближайший год ее цель заработать в Oriflame автомобиль. Потому что, ну, детей то в бассейн, то в школу, то в садик, да, ей неудобно на такси, общественном транспорте, нужен свой автомобиль. Все, ребята, с первых встреч я уже знаю мечты и цели моих новичков. Я знаю, кто чем живет, я знаю, как относятся в семье к Oriflame. И у меня вопрос, а вы также работаете с новичками? У вас тоже каждый человек на вес золота, и вы каждого отрабатываете? Если кто-то бросил, я не переживаю, знаете, моя совесть чиста. Я сделал все, что мог, для того, чтобы он изменил свою жизнь к лучшему. Но танго танцует двое. Если он не приложил усилий, как пишет Зуля, если он начал дело и бросил, ну извините. А Зуля Магомедова почему стала бриллиантовым директором через несколько лет в Oriflame? Потому что если берется за дело, доводит его до конца, до успешного конца. Одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью примечаю. И Зуля уже вставит новые цели, понятно? Но что лично мне нравится? С Oriflame мы сами планируем. Я много встреч провожу, я много сейчас в интернете, как вы видите, да, это и скайп-чаты, и вебинары, еще иногда приглашаем с Галиной людей в интернете. Но я люблю зимой горы. Кто этой зимой со мной поедет в горы? Красная Поляна, Домбай, при Эльбрусе. Кататься на лыжах, сноуборде. Не умеете, возьмем инструктора, научитесь. Знаете, часто с нами выезжают наши друзья, лидеры и спонсоры. Просто даже не катаются, наслаждаются красотой, горами. Но ждите новостей, да? Это будет уже, скорее всего, декабрь-январь, когда снег выпадет, пока еще рано. Есть время заработать денег. Потому что яхты, горнолыжный спорт, равно как и гольф, это по сути самые дорогие виды спорта в мире, ребята. Я хочу, чтобы вы понимали, бриллиантовые директора в Oriflame могут себе позволить жить жизнью миллиардеров. Клюшки для гольфа я покупал на острове Бали, жена мне позволила. С Галиной мы брали платные уроки игры гольф на берегу Индийского океана в штате Гоа, Индия, 5-звездочный отель «Лолит». Знаете, я люблю людей, я люблю Oriflame, и я совершенно точно могу сказать, что каждый из вас станет не просто золотым директором, и даже не сапфиром, а бриллиантовым и выше. Но при одном условии, если вы не будете, знаете, как некрасиво звучит, да, но в общем, если вы будете побеждать, главное никогда, никогда, никогда не сдаваться. Помните об этом. Я сейчас включу ролик на прощание. Если есть вопросы, пишите. Вовсю идет компания, которая помогает нам активнее приводить новых людей, активнее создавать команды. Есть глупцы, которые обманывают себя, своих спонсоров и фирму Oriflame.
они подписывают специально родственников, свои заказы делают на них и пытаются получить подарки. Но поймите, смысл этой акции не чтобы вы сейчас подарки получили, обманув Oriflame. Смысл этой акции, чтобы вы взяли себя в руки, нашли новых людей, среди них появятся лидеры. За эту работу вы получите деньги, подарки и новое звание золотой сапфир и бриллиантовый директор. Ребят, я вам так скажу. С одной девушкой у меня был серьезный разговор на эту тему. Она до сих пор еще не закрыла звание директора, хотя два раза его открывала. Почему? Потому что когда встает вопрос развивать человека, проводить встречи или на продажах, сделав на кого-то баллы, получить подарки, она как якорями цепляется за эти подарки, понимаете, и они ее держат. Я ей говорю, слушай, почитай план успеха. Самые лучшие акции в плане успеха. Там что написано? Золотой директор $2000, поездка за границу. Бриллиантовый $6000, машина, поездки за границу. Понятно, о чем я говорю? Запомните, самые лучшие рекрутинговые компании, они в плане успеха. А это дополнение, чтобы вам легче было сейчас, в сентябре-октябре, быстро вырастить и сделать новое. Познай искусство наслаждения.